Вот! Рысь, марш! Стараемся дистанцию, две лошади держать, на хвост не лезть! Головной, чуть короче рысь, очень широко. Пожалуй, стоит начать с деловой информации. Ленинградское хозяйство «Красная Балтика» не так давно вместе с тракторами, комбайнами, автопогрузчиками, бортовыми машинами и автобусами купила десятка-полтора породистых скаковых лошадей. А в штатном расписании появились две новых должности – тренеры-наездники детской спортивной школы. Наверное, совхозу было бы легче купить доспехи для хоккейных команд или организовать мотокружок, даже автошколу, а тут кони. Сидеть! Не может быть конного спорта без падений. Сколько я раз падал, я не помню. Первое падение помню. Все мои барьеры в жизни, они барьеры же в спорте. У меня первый барьер был это, когда я в себя просто поверил. Поверил, что я смогу заниматься конным спортом. Преодоление любого барьера в спорте, по-моему, требует определенной смелости. Смелости, может быть, даже какой-то степени риска. Видите, есть такие ребята, что вот упадут, заплачут, и вот, как вы говорите, что больше не подойдут. Ну, это, конечно, слабый человек. И причем даже вот здесь его все равно не заставишь, его уже больше не убедишь. И вот стараешься, уговариваешь даже иногда, там, сядь. Или вот, например, упала, она сейчас не хочет. Ну, сядь, посиди. Это подготовка к падению, еще до падения идет. Еще человек первый раз чистит лошадь, может быть, и седлает. Я его уже морально подготавливаю. Сколько сюда приходят ребят, это просто сил нет. Ну, просто знаешь, что половина уйдет. Потому что многих терпения не хватает, в общем-то, еще. Это надо ежедневно приходить, чистить, это... ну, в смысле, седлать, садиться, шагать. Это надо каждый день. Вот ребята приходят, маленькие, да? Они совсем еще не понимают лошадях. Так вот, ребят нужно прежде всего научить понимать лошадь. У нас нет таких определенных правил. Каждой лошади свой подход. И вот чтобы человек, вот ребенок пришедший, прозанимавшись у меня полгода, и уже он какие-то свои оценки каждой лошади дает. Это там, мне это приятно. Это послушно, это там. Он уже чувствует такая, даже значит, он уже понимает, то, что я со стороны смотрю, это одно при занятии. А вот она подъезжает ко мне, любая девочка или мальчик, и говорит, что а вот сегодня у меня лошадь не так себя ведет. Сегодня она у меня возбуждена или наоборот, как она спрашивает, проела овес или нет. Они приходят в возрасте 12-13 лет, и спустя 2-3 года я вижу, что человек-то, в общем-то, вырос на моих глазах. Вот до 15 лет он уже, у него свое мировоззрение сложилось, он добрый. Если он понимает лошадь, он и меня легче понимает. Ну, здесь о рекордах, о побитии рекордов каких-то, я и не думаю даже, чтобы подготовить там чемпиона Союза. У нас это где-то далеко в будущем, возможно, только. Прежде всего, общение с животным. Вот любовь человека к лошади, это какая-то связь человека с природой в таком в прямом отношении. Вот, допустим, они, мотоциклы у них, мопеды у них, они бросают всю эту технику, мальчики, идут на конюшню. Идут на конюшню, идут к лошади. Преодолеть барьер. Барьер наших характеров, наших представлений, наших слабостей и привычек. Романтика моторов и скоростей
она не потускнела, нет. Но как-то вдруг еще острее напомнила о нашем давнем и испытанном друге. Он тебе смягчился, и ты сразу погладила его. Так, Алена, еще раз, пожалуйста. И следи за посадкой.